Как же его остановить, а? Ты видел его? Этого типа. Это не тип. Это какое-то страшилище. Монстр, чудовище. Нам нужно оружие побольше. Глубокий вдох. Расслабься. Пошли. Нам нужны пистолеты побольше. Нам нужны пушки побольше, мать их. Прошу прощения. Пушки побольше. Вот что нам нужно. Стоун. Нам нужны пушки побольше, мать их. Еще. Ты глаза его видел? Я видел. Эй. Я видел только это огромное, здоровое существо, мать его. Как ты себя чувствуешь? Нормально? Да. Ну как? Я чувствую себя на грани? Да, хорошо. Держи. Дик, перед этим трахаешься каждую ночь? О, да. Now what? Теперь что? Now. Теперь. We're gonna get bigger guns. Мы возьмем пушки побольше. Аллилуйя. Аллилуйя. A3, high-powered, semi-automatic. Полуавтоматический вариант. Что-нибудь побольше. Что? А шеф, знаешь, что вы здесь? Побольше, побольше. Что с ним, а? Безнадежно. Так, вот. Так, ну вот это 9 миллиметр. Нет. Это слишком маленькое, все слишком маленькое. Вот. Нет. Нет, ну что такое, это полуавтоматическое, ручной пулемет. Это 650 выстрелов в минуту, правда? Зачем это нужно, а? Да что здесь происходит, а? Вы что, хотите танк остановить? Нет. Нет, это граната, с помощью которой можно в джунгли все вдруг чертовой матери. Раз, два. Есть. Пошли. О, да. Только, ребят, кто-нибудь из вас должен расписаться. Черт, серийный убийца, он не похож ни на кого. Так, и многообразная ДНК. Нет, любой серийный убийца, в сравнении с ним, просто ребенок. Что вы делаете с этими штуковинами? Кто разрешил, а? Дерьмо. Что же я раньше-то не подумал? О чем? 25-78, 25-й год, 48-й цикл. Это китайский календарь. Он здесь, а? Так, значит, так, что это может быть, а? С таким жизненным циклом? Крысы? Да, может, треугольник. Это не только символ зла, это символ воды. А что ты с ним сделал, Стоун? Он на тебя становится похожим. А круг? Круг — это символ силы. Все, что внутри, защищено от того, что снаружи. Эй, кто-нибудь, расскажите мне, что здесь происходит, а? Скорпион – это символ, который может податься силам тьмы. Скорпион – это символ всех сверхъестественных сил, или, по крайней мере, многих. Сатаны, прежде всего. О чем ты говоришь, а? Точно, а? Если вы не остановитесь, будет царство тьмы. О чем он говорит? Это был не хаос, это было хуже. Я не могу поверить, что это за дерьмо. Он ест человеческие сердца. Откуда ты знаешь? Мы с ним обедали вместе. Каннибалы съедают сердца для того, чтобы заполучить души своих врагов. Все очень просто. Ему нужны сердца жертв, потому что ему нужна ДНК и души. Ты хочешь мне сказать, что здесь кто-то бегает по городу, вырывает сердца людей и съедает их, для того, чтобы забрать их души обратно в ад? Но Люцифер так делал. Аллилуйя. Аллилуйя. Да вы спятили оба. И что мне теперь делать, а? Сообщить всем, что какой-то псих, который похож на дьявола, откликается на кличку Люцифер. Да пошла ты. Бегает по городу. У него еще, небось, рога на голове, по-вашему, да? Да иди ты отсюда. Боже ты мой.